Хил Гориса. Води большого. Нормальная руна мощь. Не видим. Напульте в мишку еще раз, пожалуйста. Потом в центре обновить и разбежаться. Это я тогда. Там под босс, Бруно. Нет, там чисто это лом. Перетащи тотемы. Таун. Кто хочет затаунтить, может. Танк пусть уже держит. То есть вы хотите, чтобы я умер, да, 100%? Ты хочешь, чтобы кто-то другой умер 100%? Вы видели? Я броненосец. Черепаха, блин. Говорят, если его кидает в сейф вот этот на 15 минут, то можно на одном хп выживать все время. Короче, обузы, обходы, механик. Журнале Ирлаш. Так, это на ключ. У галону. Не резайте, у меня КД просто уже. А тебе не проще добежать? Нет, проще полежать-то точно. Может быстрее. Ну, там 20 секунд просто КД, когда ты умираешь от этого дебаф. Поэтому как бы... Могу и подождать. Ну, сам Ливанар, считай свои статы, как бы. Одно на одну минуту отойду, сейчас вернусь. Одно кольцо за песчинки, второе с этого. С репутацией. Ну, песок продается на аукционе. 20 штук, ты получаешь шмотку. 303. Вот, на Фурика это кольцо оттуда и кольцо с хиджала. Все, два кольца у тебя есть. Киньте еще раз.
благо Вселенной, эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Комета многим нужна. У нас там ФДКшка, да, в рейде еще как бы помимо. Тебя интересует, кому нужна эта топ-пилот? Да ты же все равно заберешь, как бы. Че там? Он только девочка Трабл может сейчас через. Она очень нужна. Так, че, рыбу вам, да? Павшим. Так, вы в два танка справитесь же? Да. Все. Давайте там, не стесняйте анонсы забрать, если видите, что не забирают и так далее. Так, ну я на сферах, на звездах. Давайте чекнем. Ходи, давай тычку. Да, черепаха мейн. Действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит. Я не черепаха, я броненосец. Метка будет трусы на взрывающуюся звезду. Внимательно. Так, Кара 3 секунды подстопнул. Ре-2. Не проваливаемся, милики. Сними, только поп, Ре-2. Блять, там две звезды вместе, а ну расходитесь, блять. У нас 3 милика. Они упали. Жёсткие. ВП нахуй. Бьем дальше. Берегитесь. Кара, прохил. Левую не кливайте тут. Заднюю бью. Так, там нормального ДДшника рестните, если есть там ворон, то юморную можно рестить. Фредди, звезда, аккуратно. Кара. Опять в рейд идет. Зашли в центре, не добиваем. Краям, чтобы потом не попасть. Сейчас Кара, не добивайте. Вау. Следующее. Стенолома резни, ЦТЛ. Сейчас не вставай под взрыв. Под взрыв не вставай. Все, взорвал. Берегите. Кара. Скорее всего, закроем бежишь. Рибаф. Так, под мелизоны аккуратнее, я сзади добиваю. Не добейте сейчас вместе. Взорвал, Кару ждем. Берегитесь. Бля, сейчас сейвы дайте. Веду чуть-чуть босс. Кара, пора. Давайте добиваем. Постоянно.
Смотрите, где заходить. Суровый. Так, взрывающееся вот это. Кара, сейчас 3 секунды. Я взрываю. Берегитесь. Там, следующее. Короче, это последнее. И пьем босс. Ачивка умирает, вставай быстрей. Я уже вставала. Чань, Кара. Я в этой... Блять, там две звезды кливаются. Одна звезда кливается. Так, ладно, сейчас ее взорву. Танк сейчас провалишься. Что ты найден? Взорвал одну. Центр сместились, сейчас будет перемещение в луж. Кара, смотрим. В мире все. Суровый скоро будет. Зашли. Берегитесь. Кара. Внимательно. Из Геры типа убили? Да. Да, на КД было. И минус 3 человека. Сильные. Так, смерти. Кара, кара, кара. 8 тысяч, 3 тысячи. Щит маны, фаерварда нет. Опа, космос. Днище. Так, кара, кара, 4, 2. Взрыв, фул хп. Что? Редвард, где ты умер? В дырке, что ли? Походу. Там же это, под 3 миликами дырка открылась. А, там, где милики почти кучно умерли, там они все влетели. Так, летний дух там, миловидная там, юморная там. Ладно, с первого пула убили. Будьте внимательней. Двигайтесь от этих зурающих. Давай, бать, прости. Жди. А ты после собрания его сдавал там? Ты на моей Насте? Конечно. Все, понял. Как же Сталгородская тюрьма. Так, это за 300 гп, да? Стима. За 400. А, тоже за 400. Все по 400. С алгалона. 297. Так, чей там приоритет? 5-1 шафран получает? Ага. Новый приказ. Открыть вход в священную планету. Первый элемент. Запрос отклонен. Для доступа требуется верификация с помощью печати хранителей Ульдуара. Хранители? Печати? У нас нет времени разгадывать твои загадки. А, еще осколок даже есть. Ай, космос. 4 хранителя. Да я не вижу. Там хороший дроп, там хороший. Ты вообще чат не видел, да? Дофига лута. Ты нет. Буквально весь лут нужен. Так, редко. Это за 500. И как нам получить эти печати? Сказать, пожалуйста. Так, 9 текст. Анализ статуса хранителей. Подождите. И сразу первый элемент можно? Сейчас.
А, да, чудненько, можешь дать тоже? Поставьте пожалуйста. ГП, я достану первый элемент. Так, тут 8, 43, 9, 5, 9, 5. Кому первый элемент обмен? Так, первый элемент. Я за ноль, зачем девочка? А чё ты ролишь? Я за ноль только. Да какой мне ноль, блядь? На холе приста мне это нахуй не надо. Не, ноль такой шмот не кать. Тогда отдай. Кому? Кто там следующий? Вроде лок. 8 и 9, по-моему. А, не, погоди, Азура, да. Азура. Азура, да. Так. Шмот без духа на хвоста не нужен. Нет, такой шмот только за ТП. Либо на ОЗУ. Чё, не нужны никому элементы? Ну ты далеко не убирай, мы сейчас с тобой что-нибудь снова. Так, всё разроем вроде. Там девочка, 9 и 5. Да он сказал без ГП. Я не буду за ГП брать. На ШП это до Т6. А уже на Т6 копишь? Шкаф сразу поставьте, надо сумануть. Так, пиво в рейд. Да. По сути, да. Это же щит, нахуй, или я долбоёб? А у меня пишет щит. Го пиздиться. Давайте щит. Дух стаи, выключи, пожалуйста. Повезло. Не было щита. Видел? Видел просто? Был щит. Половине рейда не было. Ну, на нем был конкретно. Там по детейлсу видно. Так, это наш единственный ретрик, а БРН... Там пизды. То есть единственный? Мортрес уже не в счет, да? Мортрес где-то там, да? Ну, даже... В детейлах не видно. Потому что все кливают стоят. А мне там. Не оправдывайся. Ты просто Т4 все еще не собрал. Да, да. 30 тысяч. Т4 я бы там накливал. Я реально не вижу ретрика больше в рекламе, типа это. Вагон, вагон. Он просто все еще в секте верующих в Т5. Да. Чисто до конца гейминг, да? Ну, с Т6, Т5 лучше. Нет. Да там... Вообще просто, нет. Ты понял, ну, смотря как бой идет. Если ты сможешь там настакаться и разрядиться вовремя. Я не буду и типа пару кругов, чтобы закончилось такими. Вот это нормально. Ну, ты же сам ведет статистику по хеджалу, что Хумана, что Кирилла. Типа, Кирилл в жопе в 2.9.7 ретри, Хуман топ-1, топ-2. Вместе с Доном сидят. И этим асгардовской хренью. Они в Т4, Т6, им норм. Да, там 20 плюс брюлей, но все-таки. Ну вообще, Редрик столько охладе дал в Т5. Вот и думайте. Чё думать? Это ж не ну, Т5. Типа на всех боссах по сотку уже будут Редрики в Т5. Тем похуй на трэш? Тихо, блядь. Тем похуй на трэш, двух танков сложило, если что. С вашим похуизмом. А за там чё, не знаю, бабля. Ну, босс толпит, ну я понял. Там быстрее было руку сначала убить. Нормально, все пиздят, блядь, сначала одного танка сложило, сразу же второго за ним. Молодцы, мужики. Камень. Камень. Я не поняла, чего у тебя? Так, короче, вставайте там же. Портуйтесь на Мимирона. Очень долго бидался. Босс, поэтому шотнул, блядь. Стоп.
Так, а за тринил 290 сколько? А тринил? Че, гляну. По-моему, 400, да? 600, мимикрия. А, 600 даже. Да, 600. Я запомнил, так, что 297, 700. Угу. Так, миловидная в итоге, да? Мимик, мимик, мимик. А у меня почему-то не вылетело окошко ЕПГП. А, вот вы. Да видел, видел, ты заебал. Москва. Так, сколько там вообще осталось? Еще один. Еще один. Можно понадеяться, что сегодня соберется. Серега упадет. Вообще плевать. Вообще плевать, не поверите. Это не плевать. Не плевать. Следующий человек. Ксюхи нету, Валика не в кого кидать, все просто. Mm-hmm. У меня траур. Кто пароли там или как? А в кого? Ты на лом. Так. Да-да. Паладин, жрец, шаман, друид. Ты кто из них? Да, а что, мы пробуем в 5 хилов или мы сразу спекнем девочку? Давай в 5 попробуем. Давай попробуем. Надо колодцы нормально ставить. За меди, видимо, ничего не нужно. Давайте, подсасывайте уже быстрей. Обновляйте фласки, бафы, лак, раз, просто у меня всех есть. Рейду иди. Я запускаю. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при... Так, будем стопить по-любому. Стенолом душит ППЦ. Беги, малышка, беги! Пламя. Пошли. Так, свободный танк. Не забываем пламя на себе держать. Пока мин нет. Все, походу, пора стопать. Да, пора стопать. 17 секунд. Пламя 3. Ближе к этому. Самоуничтожение области. Беги, малышка, беги!
4, 3. Мы назад к кнопке, если что, возвращаемся. Уже тут стоим. Все, дамажим, босс. И на ходу. На ходу. 10 секунд. Я нажму мастерал. Ставь купом. А, ладно. Вышли. Кнопкой. Танки держат, пламя хилят. Пошли оттуда, чтобы пламя на вас не шло. Тут где-то может. Мы смоем, а. Иди на ход, колодец туда ставь, в следующий сектор. 5 секунд. Бомба, смотрим, как далеко милики. Достаточно далеко для РДД. 5 секунд. 2. Отошли. Все, вот тут. Ждем, пока пламя подойдет, потом смещаемся. Вышли из обстрела. Макс, валяй отсюда. Лазерный обстрел, 3 секунды. Право. Пламя 5. Бомбу еще подождать. Давай в обратную сторону. Че там, бомба когда? 10 секунд. Ракета вышли. Дайте кинуть ему бомбу, чуть-чуть подстопнуть. Пошла бомба. Все, добиваем. Пламя 2 к стене. Так, следующее вот тут будем между. Чем потушит там, блядь? Между, потом проходим сквозь и на краю того пламени начинаем. Да пропала бомба. Если перекрывает, проходите. Так, сколько там? 3 секунды. В центре вот тут скинем. Ходите, аминент. Вышли. Все, судно. Ладно, лежи. Сигнальных не кливаем. Так, я одного убью, походу. Нихуя, блядь. А что идет бомбот в рейд, блядь? Я его поймал. Я не знаю. Вы прямо под этой хуйней стояли. А трупы посмотришь. Я завис. Меня я тоже. Меня тоже. Пламя. Привет, X1. Пламя. Винстон танчит, его оверхил. Лови бомботов, пожалуйста. Я на трэше посижу. Протаскивай, чтобы он над огнем не был, чтобы могли милики опустить. Шафран. Я ж сказал, я вершу. А, позже? Все, ладно. Вышли. Ай-яй-яй. Чудненько лагаешь? Я она тоже говорила, да. Ладно. Ой, тяжело. Пробуем до конца. Мортар слагаешь? Он же второй с этой сью, поэтому он скрещивал. Пламя, пламя. Да, у нас на ход разлилось. Милики прохил. Прошли отсюда. Чё там по сигнальным? 2, пиздец. Да, протащите его нахуй. Тащите, тащите, тащите. Там один тушит. Все. Все, стой. Пламя 3. К этому скинуть. Вышли. Ну не умирайте. Блять, сигнальных 3 штуки. Вообще их нельзя убивать. Так, надо где-то вот тут сейчас скинуть. FX-001 фокус взяли все. Дело среднее. Это будет обстрел. Милики низ среднюю, РДД вверх среднюю. Пламя 3. И будет следом бомба.
Нам будет тут надо проходить как-то. Вышли. Бомба, смотрим куда. Право, вот тут где-то. Аккуратно, вы в огне, милики, блядь. Взрыв. Пламя. Потом пройдем, там мины взорвите. Вышли из обстрела. Так, скоро лазерный. Смотрим. Беги, малышка, беги. Могу двигаться. Так, вверх начинаю дамажить. Пламя, 7 секунд. Так, стеналом от стейля рейси. Быстро, быстро. Пламя 2. Ой, блядь, не хилят. Ну. Пробуйте, хильтесь, хильтесь. Вышли. Беги, малышка, беги. Бомба. Нет, тут твой. Так мы сразу минус 5 о чем-то. Да, я понимаю, ну пытались до конца, что-то может получилось. Ну, кстати, с этого так и не пускает, я зашла опять. Как этот Сирус заебал уже, блядь. Пока X1 не встанет, мы не зайдем. Ну, по крайней мере, у меня рот лагало, так что я довольна. Я через другое захожу вообще. Ну, заходят люди, да. Не учитывая, что мы прохилили вторую фазу, она самая сложная, прохилили. То можно 5 хилов спокойно. Это там равномерно почти было. Там тело чуть-чуть просевшее было, нежели чем голова и низ. Мы все тело уебали. Ты, может, не туда смотрел? Не было цели, мертвого. Не было, не было, не было. Ты гонишь. Я посмотрел уже, когда мы упали. Там было почти ровное хп у всех. Цель мертва. Ты что там весь бой бегал в таргете, какой-то мертвый таргет держал? Или что? Мертвый был еще поэтому. Себя взял. Хорош. Не знаю, меня не пускают через юшку. Я могу, конечно, пробовать через рашку, но там пинговать. Меня через другую пустило. Типа вот там, где меню выбора серверов, другое выбери. Да, так у меня там вообще ничего не настроено. Ну сейчас попробую. Ну тогда. Ну делай, как я, перекидывай все. Это нормально, у меня, кстати. Даже через другую не заходят. Только через РУ, походу, через VPN придется пробовать, если что. У меня, короче, второй день башки фулл слетают полностью со всех персов. Что делать, блядь? Профиль там. Ты смотрел эти ошибки? Запломбирую их. Нет, ну типа просто я перезахожу в игру, я обратно их все, у меня они сохранены, я их обратно все скидываю. Так, дайте. Перезахожу, все, их нету. Опять по новой надо импортировать. Короче, смотри, пробуй сделать и сразу типа выйти. Оно бывает не сохраняет, когда крашит с ошибки. Ну, с ошибкой вот это, оно выходишь и ошибку типа выкидывает. Типа. Есть жив, с кого говорю? Да, есть. Все, дали. Чините. Дайте быстрее, ребят, мне Фрея нужно. Мне нужна шея. Хотелось бы быстрее. Ну, если бы не выкидывал, это параша еще. Ну да. Это имею в виду. Сегодня мы закрыли. Ну да, блять.
И чё, вы Джайну пошли, убили вчера? Да, убили, конечно. Об Джайну мы только убились. Защику нахватали, сучли. Она между сисек нас задушила просто, блядь. Мне колхоз занерфил, блядь, ход. Колхоз занерфил ход, пиздец. Я занерфил до нуля вообще, пускай. Просто не пробиться, нах. Броня не пробита. Блядь, ходор под дверью стоит. А вы давно донатили? Может, вас не пускают из-за этого? Полторы недели назад, четыре с половиной. Хорошая. Баф закончился скрытый, да? Угу. Наверное, полторы недели у меня прошло с последнего доната. Все. Мало, наверное, за донат. Каждую неделю, значит, надо, по идее. По пятерке каждую неделю закидываешь, и все, ноль лагу. Мне срочно надо купить триню. На всех линов. Кузню, да? Срочно нужно купить кузню. Срочно. Поддержать работу вот такую. А ты что думал, гараж на бесплатно? Сейчас, серии? Подождите, мне хотя бы 2 минуты хоть немного тут надо настроить, я на пристав с этого прокси вообще ни разу не заходил. Ты профили, да. Выбирай там какие-то. А еще лучше не кузню купить, а БС купить на X1. Хардкор, порезаться в хардкоре раз 10. Бля, это пиздец. Я не могу зайти, короче, кинь меня пока на замену, я не знаю, буду ебать себе мозги. Делать. Пиздец. Бьёрд тут. Да, возьмите котиков подамажите. Котики сейчас лютые просто. Звери. Он не подтверждает. На БГ. Или на арене где-то. Хромой город. Это БГ. Пески. Время подходит. Вы сейчас сольётесь, да? Не сказал, да ты все равно не купишь их. Блять, они стоят 180 тысяч. Да. По 9к за штуку в лучшем случае. Так, то есть, ты сейчас с работы домой типа выходишь, да? Значит, ты не сможешь, я понял. Ну, бля. Печально в минус 2 бить, вообще печально. Похуй, алгалонов 21. Прошли. Да, прошли. Он так популять все равно. Давай, ладно. Да. Можно халявные КП полутать. По-моему, неплохой вариант. Для всех. Сейчас, да, кто умрет там в огне, на минах, бомбы. Это первый пул был пристрелочный. Давайте, ладно, так, начнем. О, можно пиво в рейд взять, он там побегает, хуйней пострадает, суманить ему. Дайте лапу энту. Бомбы позрываешь там. Ну, я могу спекнуться, но у меня кошачьей вышки нету до сих пор. Я буду вообще просто пиздец. Пивником. Нет. Забей. Просто включи там какую-нибудь блад-стойку и дамаж еще, блядь. Вместе со всеми. Да, ты. Шавна ебнул. Сука. Блад-стойку ему. Ну, сука, ну ты сорвешь его в этой хуйне. Ладно, короче, что-нибудь делай давай. Еще один чек. Все, запускаю. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при включенном механизме Там, короче, пиво нам будет огонь кайтить. Кильте. 9 секунд. Как к тому бы скинуть, подойти шоково. Вышли тут между вами пламя бокам. Так. Подавитель 20. Чуть-чуть подбиваем. Пламя 5. Кинули. Короче, сейчас он сдохнет, мне кажется.
стопнули. Сейчас сдохнет Левиафан. Два ляма, нормально, все, не паникуй, блядь. Давай. Короче, здесь постоит. Все, бейте. На ходу. Я его в гараж сразу же завожу. На три машины. Три купол. Честь у кого-то пинет. Да. Ага. Ставь, пожалуйста. Сейчас, вон дали. Успел? Нет, блядь. Говоришь, вон дали, успел? Да, это он хейтер специально скрывает. Хейтер специально бывает. Скоро пламя. К этому подойти чуть ближе, но рассосавшись. Пиво умирает? Бомба. Беги, пивас. Дайте. Так, пламя 5. Вышли. Кил по кил. Лазерный обстрел скоро. Беги, стой на месте. Пламя 8. Был где-то внутри скинуть. Ни в одном кемпе стойте, пожалуйста, а то шотнет. Назад растите. Прохил, прохил. Все нормально. Так, бомбу дать ему скинуть. 3. 2. Берегитесь. Прохил. Изера пропала, все, вижу. Бомба у нас, добить. Отойти, отойти, отойти от бомбы. Пламя. Ой, бля. Так, короче, надо будет вон там под кнопку кинуть. Танки тут задержите, пламя, по бокам слева, справа. Потом выйдем, вон туда, на край, с той стороны, и пойдем по часовой. 3. Так, голова уже ачивка. Прошли. Выходим отсюда. Винстон. Я. Блядь, сигнальный там умирать. Бомбот, бомбот! Пламя скоро. Пиво, постой на бомбах. Так, вот сюда подойти ближе. Мало людей подходит, печально. От пламени отведите, я посажу. Тексте. Я ман нажму под следующее пламя. Еще, так, еще, там чуть-чуть. Там сигнально идет. Дерните его, блять. Пламя 5. Тинолом умер. Ресы, ворон. Только не в огонь. Выходим отсюда. Выходим отсюда. Быстрей, быстрей. Прибав вара. Где там эта куня, блядь? Бля, нахуй вообще сигнальный бьет? Вы уже 5 мобов въебали. Вышли. Вы там стоите между пламенем, вас закроет. Что? ЦТЛ рез. Вышли. Давайте больше урона. Запустили. Ну, не знаю. Пламя 9. Скинуть надо тут рядом.
сигнальной аккуратнее не подходить. Ну, блядь, сказал же. Может, по мобам сыграете? Нет желания? Не, только не по сигнальным. Так, в X01 фокус. Пламя надо будет вот тут кинуть. Аккуратненько к сигнальным не подходите, сало дают. Шло пламя. Гера, вышли. Бомба, смотрим куда. Либо она фейковая. Нет, не фейковая. Вот тут стоим во мне. Милики внимательны. Так, сигнальный справа, вышли. Низ поменьше играем, тело вверх. Пламя. Вышли. Беги, малыш! Стрел под стеночкой. Ух ты, блядь. Хорошо. Реснет меня. Борис, заберите с него и реснет. Да я уже, сейчас. Только не в огонь. Нормально. Пламя скоро. Рибаф, где я тут есть? Беги, вышли. Малышка, беги. Ой, бля, бегите. Бомба еще в нас кинулась. Аккуратнее, бомбы под вами все. Вот тут где-то нормально будет. Что легко. Так, низ играем, ой, средний, верхний. Низ не играем. Стрелы. Пламя 3. Низ вообще стопните. Вышли. Прощение, право чуть светиться. Ну. Да добьем, нормально. Пиворезка чисто. По низу быстрее. Беги, малышка, беги! Все, добивайте. Даже слинкани нахуй по сигнальным домах, пожалуйста, а? Вот там нормально потушили они что-то, блядь. Просто демоны ханты. Демоны ханты. Ой-ой-ой. Ебать, осколок плюс космос, нахуй. Засчитал, линкани еще раз, пожалуйста. Все, упало, линканить. Так. Последний осколок. Ой, мы, короче, ролим печать титанов, если что. Печать титанов. 7, так, 8, 92 застры. Застры, по-моему, этот. Он, короче, осколок ролит. Да, не печать. Лучше заново рольни и на этот цепи и ролл, потому что... Давай, ладно. Давай, еще раз. Так, 767 текст. Ты что, собрался сегодня все печеньки забрать, да? Хантик. Так, все не сможет их больше, чем есть. Сейчас. Хантик, вы, конечно, интересные, но вас не смущает, что ДДшников нет? Мы их убьем сами. Все нормально. Ну, мне хилить лень. Так, 892... 8-9-2, да? Одновременно можно, пожалуйста, ребят? Ну, хоть какой-то демон будет одеваться и, надеюсь, играть дальше, блядь. Ну, ты 6 я даже задонатил. Чё, я могу зайти, если надо? Вроде как. Ну, надо, да. Боролся с Сирусом, победил. Сейчас идем на кого? На Ториму. Недовременное. Торима, да, чтобы потом скинуть. Так, вот это что-то надо. Что там делать? Я не могу ТП-шнуть. Трэш пьем. Понял. А эту кошатницу что, не будем бить? По левому побольше сыграйте. Угу. По левому побольше сыграйте. Блять, что-то у меня не вылетает окошко сейчас. Забоя, видать. Теперь наоборот, право.
А, вот вылетело. Чё, подземелье заполнено. Да. Элемент. Очаги у нас. Минем дошел. У нас пати. Ну, тогда можно пиво обратно отправить. Да, пиво обратно. Крути. Так, это трансформ. Я же должен пиздить шею на горе. У меня больше. Нихуя, мне анроловано будет. Улетай. Я же силы, я сильный. Ты ловкостной. Так, давайте мы посмотрим смерти. Ну, кроме моей там. А короче, этот. Да и как-то не. Я вроде хотел там подгадать миллиметры пройти, но сука, меня он откинул все равно. В конце мили забежал этот сигнальный и откинул. Ну да, да. Да, он просто забежал по-уебански. Там вот эти три смерти. А слепой зоны. Да, да, да. Я сам его не видел. Это и какие-то умнее стали. То у нас на Ларе, короче, обходят угли с другой стороны так, просто. Ну вот атака ближнего боя от мобов, это, конечно, жестко. Тинолом, лазерный обстрел. Мортрес, лазерный обстрел. Струя воды, ладно. Войд, просто лазерный обстрел. Я не вижу... А, вон, да, откинул у тебя 7 секунд. Ты бегал. 7 секунд, когда тебя убил обстрел. Ладно. Давай я рассказываю, кто куда так, идет. Так, кто куда идет. Тут хилит. Точнее, в кишке хилит чудненькая. И за щитам идут в кишку все РДД, кроме Застре. Кто тут из магов хорошо уешит? Аркан, скорее всего. Ну давай хейт тогда. Тут останется вместе с демоном и с миликами, со всеми. Так, в кишку танчи тогда ты, Горис, да? Вот. Вот, ну все, дальше по расстановке. Сейчас я открою пати. Секунду. Ну тогда девочка стоит за стре. Винстон стоит в тексте. Ворон стоит со мной. А ты где? Я оставлю метку, потом меня находишь это на вторую фазу, когда встать по два человека. Понял. Так, ворон со мной, о боже, я маг с Азурой. Кейт, соответственно, с Эминентом. Вроде все, да? По РДД. По хилам. Чудненькая под балконом. Ачивочка. Тоже под балконом с холипалом. Поставлю метку, чтобы там вместе стояли. Перед лицом босса, далеко от танков. Цитаэль тогда. Слева, как вот мы сейчас заходим к боссу. Шафран справа. Ближний рендж к боссу. Поставлю еще на этих хилов метку. Защитан, соответственно, тут от входа. Что там еще свободное осталось? Ну, для двух хилов. Крест и череп. Чтобы вы видели. Вы должны стоять ровно друг напротив друга. Крестом. Как и в БС, как и в прочих. Нет, ДЦ также тут на ближней ренже от входа. Просто, и все. Метка тебе не нужна. На РДД метки это самому выбрать? Башенку или что? Короче, как мы спускаемся, ханты и маги вот сюда ко входу прыгают слева-справа. То есть где-то на 7 часов, на 4 часа вот так становится. Где-то за ДЦшника можете встать. Туда на ближний рендж у нас становится там ШП, я с собой. Где-то слева-справа. Я, допустим, вот мы спрыгиваем, как от босса. Я тогда пойду налево. Девочка Трабл направо с печенькой.
Это как смотреть на вход, если... Дальше разойдемся. Все, давайте чек на пул. Рыбу, да, нам надо? Не было. Все, надеюсь, всем понятно. Все услышали, да? Чтобы не было затупов.